Скажем, слава Господу, братья и сестры. Хороший день, воскресный день. Мне нравится, как он называется воскресный. Это говорит о том, что Христос воскрес. Слава Господу. Поэтому мы уже должны быть благодарны Господу и радоваться, потому что Он воскрес для нашего оправдания. И написано, что Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Я поделюсь Словом Божьим, прочитаю первое место Писания, это записано. Евангелие Луки, 9 глава. Буду читать с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После этих слов, дней через 8, взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел на гору помолиться. И когда он молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи». Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака голос говорящий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Еще одно место это записано, второе послание Петра, 1 глава, 17 стиха. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы пронесся к нему такой голос: «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Таких два места Писания прочитал. Вы знаете, что в эти дни, в этом месяце многие христиане, они отмечают вот это событие преображения Иисуса Христа. Когда Он преобразился на горе, о чем я вначале прочитал. И Петр вспоминает об этом событии, и он пишет в своем послании, что они слышали этот голос, когда были на этой святой горе. Это была гора, как многие горы, но потому что там вот это произошло событие преображения, поэтому эта гора, гору эту, я так думаю, назвал Петр, что она святая, потому что на этой горе преобразился Иисус Христос. И кто-то говорит, что эта гора была Фавор, я не знаю, мы даже песни иногда поем об этой горе, где Иисус Христос, Он преобразился. Я прочитал это местописание просто вместе с вами вспомнить также об этом событии, поразмышлять, что тогда произошло. Я прочитал, что Иисус сказал, что некоторые из вас, они увидят вот это Царство Божие, которое придет во славе. Они увидят, некоторые из вас. И написано, что Он взял троих, Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. Он взял вот этих троих, трое учеников. Почему Он взял троих? Ну, во-первых, потому что они были Его учениками, потому что они были близко с Иисусом Христом. Поэтому они имели такую честь быть на этой горе и видеть вот эту славу Божью и слышать голос Божий. Видеть Иисуса уже преображенного, который будет в царстве, которое придет в силе. И написано, что там был Петр, Иоанн и Иаков. Это были люди, еще раз повторю, близкие
к Иисусу Христу. Псалом написано, 64-й псалом, с 5 стиха, «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих, насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Здесь говорится, «Блажен тот человек, кого ты избрал и приблизил, чтобы он насыщался вот этими Божьими благами». Вы знаете, что есть Божье избрание, когда Бог избирает. И однажды Иисус сказал ученикам, не вы меня избрали, но я вас избрал. И также Бог нас избрал и нас приблизил для того, чтобы мы переживали Божью благодать, Божью милость, видели славу Его, славу нашему Господу. Это Божья милость. Но также Слово Божье говорит, это записано Псалом 14, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Кто, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек». Это Псалом Давида. Говорит, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Кто может?» И он говорит, что тот, кто ходит непорочно. Есть, знаете, момент, когда Бог кого-то избирает и приближает к себе, но еще есть другая сторона, когда мы стараемся ходить пред Богом, приближаться к Нему. И Он говорит, что приблизьтесь ко Мне, я к вам приближусь. Я еще об этом говорю, потому что мы об этом молились, мы об этом постились, чтобы нам приближаться к Богу. Это была молитва в четверг. И знаете, есть наша сторона. Если человек, он ходит непорочно, если он ходит пред Богом в истине, если он старается, такой человек, он будет близко с Господом, он будет переживать Его славу, он будет обитать на этой горе. И написано, что Псалом 72, такие слова, это Псалом Асафа, всем известный Псалом. И он в конце своего псалма, он говорит, что «Ибо вот», с 27 стиха, «Ибо вот удаляющиеся с себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Этот человек, он говорит, что как бы уже вывод в конце этого псалма, он говорит, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Есть, знаете, можно удаляться от Господа, а можно приближаться. Но написано, удаляющие себя от тебя, они гибнут. Они гибнут, и ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Когда люди, они удалялись от Господа, в их жизнь приходила пагуба, в их жизнь приходили вот эти проблемы. И не потому, что Бог не хотел, чтобы они были близко с Ним, но потому, что они удаляли себя от Бога через свои грехи, через свои преступления. И Богу приходилось, даже мы знаем, читаем за первый мир, который был потоплен водою. Потому что эти люди, они настолько удалились от Бога, настолько развратились, что Богу пришлось вот это сделать. Но написано, «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое». Но мне благо приближаться к Богу. Нам всем это благо, это прежде всего это благо для нас, потому что мы зависим от нашего Господа.
Мы зависим, и если мы близко с Ним, мы переживаем Его благословение в жизни нашей, мы переживаем Его славу, мы пребываем на Его горе, мы слышим Его голос, мы слышим Его Слово, и вот этим Словом мы живем. Слава нашему Господу! И вот это для нас есть благо, потому что это для нас есть великое благословение, когда мы близко с нашим Господом. И Иов пишет также такие слова. Иов, 22 глава, 21 стих. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». Знаете, есть люди, которые неспокойные, и, может, нету еще таких переживаний в жизни ихней, но, может, потому что они переживают, еще нету проблем, но они переживают, что заболеют, они переживают, что, возможно, придет какая-то проблема в жизнь, возможно, придет какие-то испытания в жизнь, и уже люди переживают. Но этот человек, он написал в свое время: «Сблизься с Ним, и будешь спокоен». Сблизься, просто сблизься с Богом, и тогда придет покой в твое сердце. Если сегодня нету покоя в сердце, может, я просто не близко с Богом. Но если я приближусь к Господу, тогда придет покой. Слава нашему Господу! Поэтому это для нас благо, и много, много благословений для нас. Слово Божье говорит, когда мы приближаемся к Богу, мы переживаем Его благословение в нашей жизни. Это для нас благо, это нам на добро. Это для нас благословение. И написано, что интересно, вернемся к Иисусу Христу, к преображению. Написано, что когда Он молился, вид лица Его изменился. Когда Он молился, вид лица Его изменился. Не просто Он пребывал на этой горе, но у Него цель Иисуса Христа была пойти на эту гору с учениками, помолиться. И когда Иисус молился, написано, что вид лица Его изменился. Как важно молиться, братья и сестры, как важно, знаете, восходить на эту гору для молитвы. Это гора, я не говорю, что это какая-то конкретная гора. Может и конкретная гора, это неплохо подняться на гору где-то и помолиться Господу, как это делал Иисус Христос. Он не один раз он выходил на гору для того, чтобы помолиться к Отцу Небесному. И написано, когда он молился, что-то начало происходить. Написано, что лицо его изменилось. Это просто для нас как прообраз, когда мы молимся, и мы преображаемся, мы видим Божью славу, что-то начинает происходить. И не только когда молимся, конечно, мы когда и читаем Слово Божие, когда мы пребываем в Господе, мы видим славу Божью, от которой преображаемся в тот же образ. И написано, что когда молился, вид лица его изменился. И вот два мужа беседовали с ним. Это был Моисей и Илия. Об этом тоже можно рассуждать много. Но написано, что Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу Божью. Они тоже были на молитве, но они были отягчены вот этим сном. И есть физический сон, а бывает и духовное такое усыпание, такое безразличие, такое духовное дремание. Но когда они пробудились, они увидели славу Божью. И я желаю всем нам, чтобы мы не были, знаете, в этом числе тех, которые уснули. Но если даже уснули, чтобы мы пробудились и увидели эту славу Богу и поклонились Господу, как это сделали ученики, написано, что они поклонились Господу, но написано, что они также услышали голос, говорящий: «Сын мой возлюбленный, его слушайте». Они услышали голос Отца Небесного на этой горе: «Это мой Сын, Иисус Христос, его слушайте». Да поможет нам Господь, чтобы мы слушали нашего Господа Иисуса Христа. В это время, когда много голосов, когда много информации, есть голос пастыря,
голос Иисуса Христа. И когда мы пребываем на этой горе, я так верю, что мы будем слышать этот голос. Когда мы будем приходить, знаете, в то место для того, чтобы иметь это общение с Господом. Я говорю, эта гора может быть просто какая-то комната, какое-то место, где мы можем молиться к Господу, где мы можем приближаться к Нему, и мы можем слышать этот голос. И вот это переживание, которое пережили апостолы, ученики Иисуса Христа, об этом Петр пишет, это осталось для них на всю жизнь, это повлияло на их жизнь. И они получили большее познание, утверждение в Господе и благословение в Господе. Да благословит нас Господь, Ему слава. Аминь.